Всем привет! Сегодня буду распаковывать маленькую посылочку с AliExpress, которая ехала на без трек номера Untracked. Ну и видео у нас будет коротенькое. В ней находится бампер для Samsung Galaxy Note 4. Если помните, недавно то был вот такой вот Nilkin прозрачный бампер. И давайте сейчас посмотрим, что еще я заказал, какой еще бамперочек. Ссылочка на продавца, который мне это отправил, то я положу под видео. Вот, ну покупать, не решайте сами, потому что, как видите, трек номера, к сожалению, у нас к бамперу не было. Вот. Так, что у нас тут есть? У нас тут стилус подарок, который никому не нужен. Вот. Бампер это должен был быть Nilkin. Да, то есть, ну, есть пленочка Nilkin, есть это для поклейки пленки у нас, скотч и тряпочка, ну и сам бампер. Не знаю, продавец решил сэкономить по максимуму. Мало того, что отправил без трек номера, так еще отправил и без оригинальной коробки. Так что Nilkin это не Nilkin, ну точно сказать сложно. Потому что, ну, я допускаю, что на Nilkin могут делать копии, потому что как бы производитель известный. И здесь, кстати, вот я вижу, есть небольшой недостаток. Вот. То есть что-то здесь какой-то дефект литья. Ну и, насколько я помню, Nilkin, честно говоря, не знаю, оригинал это не оригинал, вот Nilkin, который был у меня на Meizu M1 Note, то материал там был какой-то немножко, как мне кажется, по крайней мере, помягче. Так что, что это на самом деле, Nilkin или нет, вот, к сожалению, сказать не смогу. Ну ладно, давайте хотя бы попробуем, посмотрим, как это выглядит. Как это дело у нас выглядит. Сейчас снимем, ну это как бы оригинальный Nilkin, который у нас был в коробочке. Хотя без бампера, без чехла, конечно, вот эта штука у нас фактура выглядит намного лучше и намного, честно говоря, приятнее. Так, давайте посмотрим, как он у нас сюда становится. Так, чик-чик-чик, кнопочка. Все. Становится в бампер вот так вот. То есть все отверстия совпадают, все хорошо. Ну и здесь хорошо по сравнению с этим бампером, кстати. Да, он классный, прозрачный, тонкий. И вообще практически аппарат не увеличится в размерах, но есть большой недостаток у него. Камера выступает над вот этой вот, скажем, поверхностью. То есть когда мы кладем смартфон вот так, то, соответственно, камера у нас может со временем поцарапаться. Здесь же, в этом бампере, как видим, камера немножко утоплена. И это однозначно плюс. То есть это однозначный плюс. По поводу кнопок. Все у нас вроде как нормально, да? Нормально. Тут у нас хорошо. Здесь у нас тоже все хорошо. То есть все отверстия совпадают, ничего у нас не мешает, и все как бы у нас отличненько. Вот, также должно приехать стеклышко на смартфончик. Как приедет стеклышко, посмотрим. Ну, здесь я вижу, что, скорее всего, он не будет поднимать стеклышко, потому что я вижу грани бортов смартфона, которые, ну, явно стекло будет немножко меньше, по-любому. То есть оно будет чуть-чуть меньше, чем вот это то, что у нас тут есть. Вот, ну, в общем, сегодня вот такая вот у нас была коротенькая распаковочка, коротенькое видео. Ссылка на бампер под видео, кому, конечно, нужен бампер для Note 4. Можете ходить, смотреть, если, конечно, устраивает такой вариант, то, ну и, конечно же, приобретать. Всем большое спасибо за внимание, за то, что посмотрели это видео. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось и было полезным, ставьте внизу вот такие вот оценки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, кто не подписан, вступайте в группу ВКонтакте, посещайте мой сайт и не забывайте про Инстаграм. Всем большое спасибо, пока!